Блин, что же мне делать? С кем поиграть можно просто? Фу, чё за бот? Кто его добавил? Фу, блин. Фу, блин, не посмотри на Остапа, братски, выйти. В смысле, Лон, в смысле платина, в смысле... Ты свой ранг видел? Иди апайся, ботинок, блин. Какой ботинок, в смысле? Я вас выиграю всех. Ты нас выиграешь, иди там. Давайте ехала, еще есть еще одна подруга у вас? Ехала, есть, давайте 2-4, 2 против чудо-рейха. Да, растерзаем вас. Нет слов. В смысле растерзаете? Все, пойдемте ехала, прямо сейчас я зову своего друга, давайте. Давай, да. Ема, даже удаляют. Все, ладно, хорошо, я сейчас Фаллера позову, с собой Фаллера возьму. Хорошо, давайте. Алло, салам алейкум, Фаллер, брат мой, как ты? Алейкум салам, брат, нормально. Там какие-то девушки агро вышли, там говорят, типа, ехала, все такое, ты бот, все такое, говорят. Пойдем выскочим против них, ехала там 2 против 4. Ехала, давай. Так все, я сейчас их всех позвал, сейчас посмотрим, что за игру они нам покажут. В последнее время таких очень много, которые оскорбляют, обзывают. Сейчас посмотрим, что за игру они нам покажут. Алло, Фаллер, брат, ты готов против них выскочить, брат? Да, готов. Вот. Сейчас слева идут, идем направо. Направо? Давай. Осторожно, осторожно, у тебя ножки, брат. Тут тоже походу кто-то есть, брат. Сзади пришли, втроем пришли. Там сзади, есть? Брат. Там нет, они нет, по ногам стреляют, по ногам, брат, по ногам. Давай, брат. Мани зажимает просто, посмотри на них, ошалеть просто, это что такое? Давай, покажи мне свою силу, брат. Ребята, я также вам забыл сказать, что у меня идет розыгрыш на 10 тысяч рублей на своем телеграм-канале, а также на любой подарок, ребята. Трое участников получат любой подарок, а потом я разыграю 10 тысяч рублей, ребята, среди них же, ребята. Так что переходим, подписываемся, ссылка на телеграм-канал в описании под этим роликом, ребята. Всем хай-хай! Что от вас лайков? У меня магазин какой-то открывается, да, по-братски. Ты чё, брат? Давай сыграем нормально, брат. Меня вообще сзади убили. Да! Конечно! Конечно! Давай сразу влево заберем. Они ж направо будут бежать, по-любому. Лево заберем, давай. Я думаю, с середины придут, нет? У нас в упоре. Идем все. Что нам делать, они до сток вычат? Блин, сзади стреляешь, брат. Все понятно с ними, брат. Я как бот играю, сейчас я буду играть нормально. Они как играют, просто объясни мне по-братски, то что такое? Один отвлекает, ну двое отвлекают, блин, короче, сзади один чел залетает, брат. Теку ставлю, не ставится. Она тимится, посмотри на тебя. Это чё за тима? Я не понимаю. Почему тимится, брат? Охренеть, зажимает просто жестко. Сможешь хотя бы одного забрать, брат? Минус один. У меня минус скелет. Я думал еще минус 4 сделаешь сейчас. Я уж прям поверил, брат. Думаю, знаешь что? Мы сейчас камбэкнем их, брат. Я чувствую, что я мы камбэкнем. Они уже зарашили походу нас по-любому.
Быстрей, брат! Отель! Вот так, снег, ставим вот так. Вот так ровно ставим, ровно ставим. Их убивать я буду. Так ровно. Они сзади, 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 с окна стреляют, сзади, осторожно. Они что, подсадки делают? Да, 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 вот закрывается, вот стенку вот так вот наверх делают, смотри, смотри, по стенкам хотят выйти. Значит, чекаю их, постой. Я вижу, слева, слева. Одна из них вышла сейчас, сейчас вышла, бля, одна из них, прикинь. Да пусть поднимать, мы их топнем. Брат, стенку поставь свою, стенку, забудь, да-да-да. Давай спрыгнем. Откуда? Давай, давай. Откуда? Куда? Они куда спрыгнем? У нас в упоре. Давай, добей, добей, добей. Хорош, давай, давай, ждем, ждем, ждем. Ждем, ждем, у нас, у нас, зона у нас. Голову дал. Сзади, сзади, у меня двое еще. Вот, 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 блин. Зря я зарашил оттуда. Давай, 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 брат. Только смотри, они там сразу толпой бегают, одного нокаешь, брат. Хорош, давай, давай. Мотивация, давай, брат, давай, давай. Ехала, ехала. Ехала. Почти нулевые они. Ха, смотри, она через стенку. Ошалеть они играют, да. Они хорошо играют, блин, вообще хорошо играют, брат. Я не ожидал от них такой игры, ну да. Ну мы сейчас камбэкнем, по-любому камбэкнем, брат. Как ты думаешь? Брат, они на пыль уже играют. А? Они на пыль уже играют. Да, да. Надо тебя одного поставить против них, брат. Тогда берешь, ты камбэкнешь точно. Ты же вроде говорил, я один против четверых, соло против сквада. Куда, куда, куда? Вниз что ли? Давай, давай. Попробуем. Они же вверх идут. Не так снег, не так, не палит. Они уже... В ангар куда-нибудь. Один из них АФК. Один из них АФК там стоял, я там что-то делал, походу. Пойдем сюда. Навык еще не готов. Давай вверх поднимать. Снизу, снизу. Снизу. Вот. Вот. Они поднимают. Сзади, блин, сзади, сзади, сверху откуда-то. А, вот снизу они все оба. А, они в крысу стояли вот здесь, прикинь. Ля ты крыса, а? Как я их не заметил, просто скажи, пожалуйста. Сзади, 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 сзади прям. Да-да-да, там. Одна осталась, брат. Заберешь, брат, заберешь. Давай, давай. Да я чё наделал, да. Ты заберёшь, походу. Она, походу, хочет сказать, чтобы ты раунд дал ей. Ошалеть, хорош. Чё за оттяжка просто по-братски, подскажи там мне. Чё за киберспортсмен ты по-братски? Это они что за киберспортсмены? А тут это что они делают? Да, я вижу, как они играют просто. Жёстко катают. Жесткие киберклетки попались, да, тоже, блин? Я думал, они когда понтовались, типа, я думал, что, типа, они обычные игроки, а они нет. Жесткие, блин, киберклетки. Мы заберем, сейчас мы заберем, мы камбэкнем, по-любому. О, меня пушит, походу. Я к тебе иду. Наверху тоже есть, смотри, они...
У меня, короче, такая тема, брат. Я не знаю, что они там делают, брат, сидят там. Я думаю, если мы будем где-то по позициям бегать, они не смогут нас нокнуть. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Осторожно там, у тебя там залека, брат. У меня двое. Я обхожу. Аккуратно, брат. Да блин, сзади. Нас, я нас, нас! Блин, это моя ошибка, я туда пошел, блин, меня нас выиграли. У нас, знаешь, как получается играть, если мы где-то раздельно бегаем, да, и помогаем подали. Да. А, я одной птичке дал в голову сразу, она меня нокнула, там другая еще одна есть. Все, меня убили, брат. Минус. Все, минус каска, походу, брат. Или как? Как они так играют? Просто не понимаю. Смотри, со всех сторон зажимают. Блин, меня как ботинка нокают. Смотри, они что делают. Посмотри на них, они что делают. Ашале. Я не знаю, брат. Я тоже лицо дал, брат. А потом меня другой зажал, сразу нокнул, брат. Это что такое? Что, давай, просто подключаем. Все, давай. На самом деле это все был пранк, ребят. Сейчас я, блин, будем играть жестко. Давай по-братски, брат. Софты включаем, брат, давай. Я все, файлы скачал, брат. Софты включил, брат. Ты только что отошел. Сейчас я отойду, сейчас постой. Все, я отошел, брат. Я софты включил. А какого хрена? Зажимные софты, брат. Ничего не понимаю. Брат, я сзади долетаю, брат, короче. Что-то не получилось у меня софты, брат. Что-то... Отключились сами по себе, брат. Ты чё, брат, так не говори, так не делай по-братски, пожалуйста, брат. Они вдвоём на ногу тут стоят. Сможешь подними меня, подними. Они у меня чисто два. Тебе бежит, тебе бежит. Закройся. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Они на туре жестко играют. Минута молчания, брат. Я хотел закрыться, брат, но вообще не получается, брат мой. Я хотел сперва подождать, одного нокнуть, потом закрыться, блин. Ни хрена не получилось, я так скажу. У меня мискликов очень много, я только начал игру, брат, понимаешь, да? Я только вот зашел в игру, брат, я еще не разогретый, брат. Вообще не разогретый катаю, брат. У меня мискликов очень много, брат. Давай пойдем туда, пойдем туда. Давай наверх позицию займем где-то там. Будем сидеть, брат. Да-да, вот так ставьте пока стенку. Пока ты ставь стенку. Не на боту так можно. Ты вот так там стенку ставь, я пока вот с этой разберусь, брат, с другой стороны, которая. Я одного нокнул, давай, забирай. Я залекаю сейчас, пойдем рашить. Одну осталось там. Еще одна, еще одна, еще одна. Забирай, забирай, забирай ее. Брат, брат, она поднимает. Давай. Заберешь ее, брат, я в тебя верю, давай. Хорош, лучший просто. Вот так вот надо катать. Лучший, мой ученик. Спасибо.
кто дал? Домой просто. Вот так вот надо катать же, да? Правильно же? Вот так мы камбэкнем, да, брат, сейчас получается? Камбэк, да? Чисто камбэкчик идет просто. Голову дал. Да блин, еще одна девочка, нулевая, брат. Хорош, лучше просто. Все, камбэк. Ты тут, алло? Да, я тут, брат. А что у тебя с микрофона было? Я не знаю, брат, я же до этого разговаривал же, нет? Или не разговаривал? Не разговаривал? Закупай скоро. Пойдем вот сюда, наверх. Я с тобой разговаривал, ты не слышал меня, брат. Это баг игры, походу, был. Я с тобой тоже разговаривал. Пойдем сюда, идем. Куда? Давай я вот... Пацан. Вот там интереснее, брат, нет? Там нас быстро убьют. А там не четвером же сюда придут, брат. Я не думаю, что ты, если ты будешь там стрелять и тут, они же не придут же. Они подумают, типа, блин, один из них туда. Они же, типа... Хорош, лучше. Еще одна там нулевая, брат. Еще одна там нулевая. Хорош, камбэк что ли? Я же говорю, что камбэк, родной, я же говорю, что камбэк. Брат, я тебе трехстволку взял. Трехстволку? У меня есть трехстволка, брат. Мы сейчас камбэкнем, походу, родной. I'm always comeback. А что, блядь, у меня 20 килов. 20 килов у тебя? Да, купай скоро. Я такое скажу, ашелит у меня... Вот так вот, да? Ашелет, у меня 6 киллов. Я даже не попал по ним. Сдегла. Слева же будет. Я думаю, сейчас трудно будет. Пойдем направо идем. Они домик забирают себе, смотри. Эту девочку что делают? Скажите, да, по-братски мне. Брат, нам спину идут. Осторожно. Спина. И не только спина, брат, осторожно. Ты спину чекай, брат. Я середину и это чекну. Вот, идем ко мне лучше. Давай, да, пойдем туда. Ну ладно, давай. Блин, там опасная зона, брат. А ты где ты спину увидел? А, вон. Брат, меня нокнули, спину пришли, брат, нокнули. Сзади она, девочка, пришла, она не увидела сперва, а потом зажала меня. Что она делает, просто объясните мне, пожалуйста. А что ты делаешь, брат? Дай по одному им залетать, типа, и нокай, вот так вот, голову всех убей. Когда они все залетят, брат, как-то попробуй, да, туда-сюда бегай, или не знаю, что-то. Давай.
Давай, давай, давай! Блин! Как же у нас не получилось, ема, блин, почти, что почти. Такое, да? У тебя 20 киллов было, ашалит, у меня 4 тысячи, у тебя 7 тысяч урона, но у меня тоже 10 киллов примерно должно было быть. Ты пару но киллов там. Играют. Ну да, они жестко играют, блин. Да, очень жесткие девушки попались к нам. Я не был просто разогрет, вот поэтому я их недооценил, ребята, и вот поэтому мы проиграли. Если вы хотите продолжение этого ролика, ребята, добейте 500 лайков, ребята, прямо сейчас. Поделитесь с друзьями, ребята, этим роликом. Если мы добьем 500 лайков, я сниму это продолжение, и я, ну, на 100% разыграюсь и попробую сыграть с ними, ребята. Я думаю, что мы выиграем без проблем, если я буду разогрет, и он тоже, мой друг тоже будет разогретом. Ребята, я также вам забыл сказать, что у меня идет розыгрыш на 10 тысяч рублей на своем телеграм-канале, а также на любой подарок, ребята. Трое участников получат любой подарок, а потом я разыграю 10 тысяч рублей, ребята, среди них же, ребята. Так что переходим, подписываемся, ссылка на телеграм-канал в описании под этим роликом, ребята.